Доброе время суток, дорогие друзья, недруги, ну и, естественно, шантажисты. Я про вас не забываю, не про этих. Сегодня будем вести видео, как сделать компьютер пошустрее, повеселее, чтобы отклик у него был, ну, как работал хозяина, как должен работать, как всегда. Вот. Не надо покупать какие-то, скачивать программы такие красивые, разноцветные, там матерые, там все остальное. В принципе, все программы остаются, что на семерке, что на десятке, все одно и то же. Просто поменяли интерфейс, сделали красивые рисунки, там всякие там, ну, я не знаю, там самолетики, там ракеты всякие, чтобы пошустрее, побыстрее, чтобы все сжималось, там разжималось. Это все ложь и провокация. Это просто-напросто сделают вам, чтобы вы тратили побольше своего трафика и заходили к ним на сайты, чтобы, ну, распаковали, а там фигушки на вертолетах. Проще сказать. Ну, давайте начнем. Чем быстрее, конечно, тем лучше. Я еще, во-первых, по крайней мере, чистку не делал. Ну, сделал для того, чтобы сделать видео. Да, спасибо большое за добрые слова ваши, за пожелания, что, ну, не зря стараюсь, конечно. Ну, еще раз спасибо вам. Начинаем. Простая программа есть. Вот, смотрите, вот 2-3 программы самих таких, но они простых довожатся, то не портабли. Ну, прототипные они. Почему, я потом объясню, прототипные. О, как видите, он у меня хоть и замусоренный. Ну, я маленько его подолбил. Считая сутки. Ну, надо было. И у меня система слетела специально. Ну, короче, убивал его как надо. Вот. На этой программе что можно сделать? Там у меня видео есть. Если кто подписался, там можете видео найти. Или просто не подписываться. Просто посмотреть, где это видео. И как бы можно что-то сделать. Вот это вот почистили. Можно этим почистить. Разницы нету. Но, как видите, у меня мусору хватает. Закрываем. Открываем. Не забудьте вот этот файл об регистрации, об активности пользователя. Не вздумайте никогда ее. Никогда. А то у вас система сослетит. И все. До свидания. Вот, почистили. Так, смотрим оптимизацию. Оптимизация это не та, что вам пишут. Там оптимизация там памяти, там все остальное. Ну, память это тоже, конечно, ну, это бред. Просто-напросто. А вот это вот, как бы, я потом тоже объясню, но это следующее видео. Ну, сжимаем и смотрим, что у нас здесь творится. Сами понимаете, ну, по крайней мере, вот, у меня хоть и компьютер молоденький, еще ему 4 годика, DDR4, но, по крайней мере, он что-то уже, ну, видите, тоже ему тяжеловато работать, ну, сами видите, трудом. И все рассказываю почему, потому что у каждого человека даже вот до суда доходит, бывает, вот до суда, вот прям, это точно. Пока мы не будем этого делать, выходим. Так, Red Organizer, самая простая программа, она везде, везде, прямо она даже без ключей, с ключами патчи и просто, ну, прототипные тоже программы. Их много. Это простая программа, наша советская. Ну, не советская, российская. Вырос в России. Так бы. В нашей СССР. Потом Россия. Это все остальное. Да, смотрим. Вот. У меня 623. Вот здесь вот то же самое. Если вы не знаете, конечно, что вот этот реестр, не вздумайте лезть, потому что этого смысла нету. Смотрим реестры, что у нас. Ага, удаляем. Это очень важно, очень важно. Очень важно в реестре, чтобы убрать лишнее. Мусор этот весь. Здесь, конечно, половина не уберешь. Надо вручную. Ну, кто не знает, лучше, я еще раз говорю, не лезть, нарушите реестр. Все, система будет или лагать, или, ну, брать, или еще что-то такое будет. Вот так вот очищаем. Я больше чем уверен, у вас этого говна валом, честно говоря. Это то, что я еще, по крайней мере, сейчас удалял. Половина программы, они не нужны просто мне. Ну, реально не нужны.
Для работы я чисто оставил, для жестких дисков, там, чтобы компьютеры монтировать, там все остальное. Ну, чисто для работы. А для остальное меня как бы не важно, не надо мне этой детские шалости, детские игры, вот эти все набирать программ, сколько мне надо. Вот нажимаем вот, сканировать, посмотреть, что у нас в настройках. Еще раз говорю, программа изумительная, она простая, самая, если хочет кто-то купить, самая дешевая. И самая надежная программа, которая есть. Устаревшие, смотрим, что здесь надо. Вот это вот старые, можете, если давно не чистился, нажимаете кнопки на эти полностью все, которые есть, вот так вот нажимаете. Вот и все, все, все. Брали, посмотрели обновление там. Если обновите, конечно, если патч скачали, репок, если обновили, то ключи слетят. Но все равно можно, конечно, и работать и без ключей. Начинаем сканирование, смотрим, что у нас получается. Ну, кстати, я могу сказать, он на минут 5, может быть, может 8 минут. Ну, тщательно. Если написал 665, значит 665, может даже что-то побольше. Я вот недавно делал компьютер, то же самое принесли мне домой. Там пыли было ужасно. Ужасно, ужасно. Пылесос надо бы заводить, там все остальное. Но не стал это делать, я дал обратно, и пусть они сами, не хочу. Вот. Потом что? Многие оставляют на C. C это только для программ, не для игр. Он не нужен для игр. Да, я все понимаю, если у кого-то руки из жопы растут, я буду прямым текстом говорить. Кто-то вам что-то делает, например, да, и если у вас, наверное, килобайт или 500, или сотка, или сколько там остается, и все делают один диск на C, просто один диск, килобайт, 100, 500, 1. На этой натуре это руки жопу растут. Это кто-то у водителей, а у нас они не чайники. Я чайниками не люблю называть, потому что я не любитель этому все. Ну, горе-мастеры, просто сказать. Наблатыкались и ходят, что-то делают. Обязательно должно быть С и Д. Ну, Е не обязательно там это все делать. Ну, зачем ему разбивать на 15 частей? Смысл? Если слетит, если сломается, он все равно потеряет. И ничего не сделает. Если он заклинит, если он поцарапает, все говорят, ой, его восстановить можно. Да хрен вы восстановите. Он даже не запустит. Компьютер просто сломается. Позгорит у вас, да и все, весь хрен копейки. А то пишут он у вас. Ну, там видео у меня есть внизу, по-моему. Там, как разблокировать все остальное. Вот. Чисто я делаю по своему опыту. Я не смотрю ни интернет, мне это не надо, что там. Да, вот незнакомые программы есть, я посмотрю, что как-то это раз, посмотрю, что-то проверю, как-то поделюсь. И вот это с этой программы органазил, я уже буквально уже 3 года с ней занимаюсь. И, ну, я делал видео, что 3 или 4, уже 5, наверное. Вот. И вот. Мы почистили. Ну, 1 гигабайт это уже у кого-то 15 гигабайт, у кого-то 18 гигабайт. Так, вот это можно, это вам не понять. Ну, возьмите Dell, если у вас есть, ну, скачайте Dell. Но Dell обязательно. Почему? Потому что он убирает Dell. Это каждая программа убирает это все. Но это как бы пошу старее. Ну, видите, проблемы у меня появились и в компьютере. Они, кстати, уже старенькие, эти программки, уже лет по 10 им, но они все, вот видите, как, вот так вот, исправляем. Кто-то хочет копировать, ну, копировать не надо, естественно, смысл этот мусор какой, если надо восстановить, еще раз говорю, вы не восстановите. Ну, вот эту возьмем программу тоже, ну, они же простенькие, да кого я там скачивать-то? Сейчас они новые пошли, можно даже вон без ключей. Вон, скачал. Если лучше всего вот эту скачать, она намного проще и намного лучше. Объяснять, ну, это, конечно, долго. Они самые дорогие, конечно. Ну, в интернете можно скачать все. Так, стандартные, вот видите. Так, что здесь у нас? Так. Ну, ладно, мне это не нужно. Так, ну, тут все равно. Так, удалили. Вот эту не надо.
смысла нету ее включать. Но если есть у кого включить и даже почистить ее. Но в принципе все. Теперь нам осталось только сжимать. Это называется дефрагментация. Это сжатие жесткого диска. А почему? Потому что чтобы еще раз почистим также. Еще раз говорю, вот этот не вздумайте никогда галочку ставить, сразу все слетит. И никогда его не восстановите. Ну, это надо будет потом это все. Так, оптимизируем. Дефрагментироваться. Так, ну и поехали. Ну вот. Смотрим, конечно, это многовато. Ну и он начинает у меня как бы собирать это все в кучу. А в кучу почему? Потому что вот этот, который на жестком диске, бегунок, он должен всегда идти ровненько. Не прыгать вот так вот, не захлебываться, не трещать, не пищать. Я, кстати, недавно видео сделал, чтобы как можно маленько жесткий диск чуть-чуть как-то поправить, чтобы, ну, по крайней мере, чтобы что-то работало. Еще раз говорю, я с видео, если беру новые программы, с Викторией работаю 4.47, вот как начал с ней работать, с этого, и работаю до сих пор. Вот, по крайней мере, ну, она не чинит, она, ну, по крайней мере, делает тесты. Ну, какие-то варианты есть, можно, чтобы шум убрать там, ну, коллекстора, коллекстора не, он просто помечает где-то, что-то как-то, ну, бывает поменяет, но это, такой программы практически еще не существует, чтобы поменять. Есть только не у нас, не про нашу честь, так вот, проще сказать. Вот, ну, я пока поставлю на паузу поставлю временно. А потом продолжим. Ну, сами посмотрели, сколько времени. Ну, конечно, это врет он все. Но все равно. А, ну вот, видите, уже практически заканчивается. Ну, блин, довольно много времени прошло. Ну, что ж теперь сделать? Ну, работа. Должна быть что-то оправдывать свое время. Вот. По крайней мере, сейчас вы увидите, как он работает. Ну, ну что сделаешь? У меня, конечно, компьютер поновее. Но еще раз говорю, уже 4 годика ему. Ну, DDR4. Там много-много в нем наворотов. Ну, в смысле, наворотов там нет, просто память. Все, здесь закрыто. Что можно еще сделать здесь в данный момент? А чтобы еще пошустрее работал. Ну, вот эту я не знаю, у вас есть она или нет, программка вот эта вот. Ну, можно ее, конечно, желательно бы скачивать, но это уже другое видео будет об этой лично программе. Там очень много интересного у меня есть. Очень много интересного, что можно с ней сделать. И прям, ну, она такая маленькая, компактная, но по крайней мере, она прототипная и ничего, по крайней мере, она, ну, не требует ничего. Вот, по крайней мере, вот, ну вот, что он сказал, требуется анализ. Готов к работе, очистка. Очищаем. А, ну, все, значит, почистил, все хорошо. Ну, можно что еще сделать? Вот в этой программе погонять, где она? Вот она, вот. Доктор. Ну, доктор, по-моему, все уже тут летят на него, как мухи на мед, блин. Вот. Здесь можно в инструментах, как я говорил, в интернет ее пускать не надо. Там у меня она есть. То же самое видео есть, как ей пользоваться. Вот, ну и здесь вот обновление, серфинг делайте, вызвать прокси серфинг, вот такие, ну просто напихайте там буковки какие глубоко. Автообновление при запуске. Применяем, окей, все, закрываем. Здесь что можно сделать? Пустых папок сразу вот посмотрим, что сканируем еще раз. Это чисто, просто мы. О, смотрите, вау! Ужас. Удаляем. Не бойтесь, какая папка установится, что-то ей надо, они сами сделают. Так что это весь мусор. А,
сканируем также. Так что, что написано, что нельзя, что это все мультика голубая. Каждая программа устраивает свою папку. Давайте еще раз все это все глянем, все проверим, четко все сделаем. Ну вот, ну мне вообще уже интереснее даже становится, очень интересно, хорошо. Так, ну клоны, конечно, вы можете, я не знаю, я закачал, да, клоны вы можете сделать, но проблема в том, что у вас будет работать медленнее, чем нужно, компьютер будет. Меньше, конечно, мусора будет. Ну, зачем вам одно и то же вот этот матриархат собирать, блин. Вот, ну, вам, честно говоря, не нужен. Ну, пусть лучше подольше, но ничего у вас не будет. Так, Яндекс, вот так, портативный Яндекс, так. Ну, это я убирать, конечно, не буду. Не буду. Мне смысла нет убирать. Объясню почему. Ладно, мы здесь можете здесь включить что-то где-то. Это проверку. Здесь что-то можете. Автовыключение, деформатизатор и все остальное. Ну, я и так мало пользуюсь. Но Carriage Doctor. Вот, я не знаю, вот так чисто поставил, чтобы некоторые ошибки как-то убирал. Вот. Вы, наверное, заметили, что у меня здесь программ здесь валом. Они все рабочие. Это чисто просто для работы мне надо. Вот. А есть простой Яндекс. Вот. Вот это простой Яндекс у меня. Что-то он маленько подтопливает. Вот он, простой Яндекс у меня. Вот. Скажите, зачем у каждого Яндекса свой есть? Вот это портативный Яндекс идет. Но он сразу не пузыкается, он брыкается редкий раз. Вот. Без имени, без рода, без флага. Вот, как видите, они разные. Яндекс сейчас выходит свою, он выпускает полностью свой Яндекс. По-моему, скоро Хрома, как написано, уже не будет. Ни Хрома вот эти вот, ни Firefox, и там всякие Фейсбуки. Это приходит, придется потом просто эти значки как бы скачивать на Яндексе. И он выпустил как бы вот этот прототипную программу. А сколько я не пробовал, сейчас я вот тестирую ее. Ну, мне понравилось. Почему? Потому что захожу я в любой YouTube или куда-нибудь, мне пишут: подтвердите ваше местоположение, подтверждение, и каждые 5 минут пишут: подтвердить. По они мне просто как бы реально не могут найти, просто-напросто нету нигде, зашифруется. Но это очень-очень хорошо. А базу данных у вас в компьютере никто стереть не будет, и вас никто не сворует, ничего не возьмет у вас. По крайней мере, здесь, если посмотрите, да, пароли. У вас даже вот паролей здесь нету никаких. Даже мусора никакого не будет. Вот так что это замечательная программа для обновления. Да, сейчас начнем говорить о портативных программах. Как-то лет 5 назад я как-то видео, по-моему, кролик был. Или кто-то что-то видео кто-то выпускал. Что якобы портативные программы — это меньше мусора, ну и больше делов. И как-то я недели две назад что-то меня подтоплил, ну мне не нравилось. Я не люблю, когда плохо работают компьютеры. Я счет компьютеров чистоплотный слишком, блин. Вот. И ну, смотрите, вот, например, вот здесь у меня программ практически нету. Ну, это фотографии делать, это кино смотреть, естественно.
это видео делать, это инсталлер, это тоже инсталлер, это Касперский, это скриншоты делать, ну, практически все. На этой игре, но я в игры не играю, зачем, не знаю, вснулся. Это то же самое удалять. Больше у меня ничего нет. Вот поверьте, вот они. Ну да, Coral еще есть, это фотографии там поправлять надо, но и работает, для работы мне нужно. Вот они, все программы. Спросите, куда они делись? Могу объяснить. Вот они, вот в данный момент они, вот они у меня, все программы, вот они. И все, они рабочие. Ну, давайте на эту хоть нажмем, что ли. И как видите, написано портатипные. Ну, естественно, они запускаются подольше, не как так быстро. И они могут находиться в любом месте, так же, как и на флешке. Пришли, например, куда-то, что ли, что-то в чужом компьютере пошариться, воткнули свою флешку, например, или жесткий диск у вас переносной есть. Вот они, простые прототипные программы. Вот они. Не надо мусорить, ничего не надо делать. Вот они, программы, для чего нужны мне, для работы, например, фотомонтаж делать, жесткие диски восстанавливать, там все остальное делать. Мусора нету. Как видели, у меня на жестком диске ничего нет. Только одна оперативная система, библиотеки и пару программ. Все. И после этого ни игр, ничего нету. Еще раз говорю, что C, D должны быть раздельные. Не надо 50 штук ставить сюда. Сделали папку, обозначили, как оно у вас есть. Документы, видюха, все остальное. Если что-то случится с жестким диском, все равно его не восстановите. Хоть C, хоть B, хоть V будет у вас. Ну что ж, в принципе, все рассказал. Ну, еще пару программ есть, которые надо вам объяснить. Вот про эту вот дисм какой-то. Ну, я по-английски еще раз говорю, не шарю, но все равно что-то можно. Вот эту программу я уже года полтора-два уже работаю. Она очень приятная. Меня она очень сильно даже выручает. Объясню, почему попозже. Ждите видео. Не забывайте подписываться. Ну, лайки, они, в принципе-то, не нужны, но все равно ставьте, какая разница. Они меня есть пить не просят. Так, просто, что вы появились, у меня подписались. Так, мне нужны люди, которые смотрят. Вот, у меня там есть 150, 100 человек, 100 больше. Ну, чем больше, конечно, тем лучше. Ну, оставляйте свои комментарии, естественно. Хоть в Одноклассниках, хоть в Фейсбуке, да. И если кто-то хочет посмотреть мои фотографии джифы здесь в Одноклассниках, например, они не очень, они не идут тем форматом, который я делаю. Вы можете посмотреть ко мне на Ютубе. Нет, на Ютубе нету у меня только видео, но и там тоже больше 100 видео, больше программ, больше видео. Ну, там очень много у меня тоже в Фейсбуке. Фейсбук, там формат хороший. И там у меня есть группа Корсар, вы заходите туда, там у меня очень много видео, аудио, программ, те, которые я выпускаю, те, которые джифы делаю, фотошопы. Все остальное, ну, сами понимаете, у меня очень много людей, которые я не фотографирую, а делаю фотошопы. Есть известные люди, заходите, посмотрите, естественно. Ну, я не буду, конечно, хвастаться, но чем-то что-то занимаюсь. Ну ладно, всем пока, до свидания, удачного плавания вам по ходу ветра и все остальное. Всем пока, до свидания, вас обожаю. Еще раз комментарии делайте. До свидания. Я все для вас делаю. И все бесплатно.